Всем приветики. В общем, решил я проверить эту штуку, которая ложит для того, чтобы экран подклеивать. Если вдруг где-то остались как бы пятна какие-то. Когда приклеиваешь экран к телефону, ложит такую штуку. Она нужна для того, чтобы, когда ты, если приклеиваешь защитное стекло к телефону, к экрану к телефону, если там вдруг есть где-то пузырьки, заливаешь туда эту жидкость и приклеиваешь экран на нее, и тогда типа эти пузырьки пропадают. Ну вот если приложить, то в целом, я не знаю, тут видно, не видно. Ну вот пятно, в общем, такое. Блин, это плохой пример, нужно было картонку взять. Ну, в общем, она реально делает так, что она прилегает. Я до этого на картонке тестировал полужидкости, сейчас решил еще на чем-то. Ну, то есть, оно реально делает, улучшает. Ну, то есть, более пузырьков не будет, но я бы лучше не стал это использовать, потому что бывали случаи, когда экран после этого борцался. Ну, то есть, оно попадает. Ты наливаешь на экран, оно затекает куда-то под экран, и тогда экран приходит в негодность. Поэтому я бы не стал рисковать, мало ли, вдруг эта жидкость куда-то затечет. Но так, видно, как бы, прилегает. Ну, то есть, более лучше оно прикрепляет. То есть, не оставляет всяких вот пузырьков. То есть, если налить, прижать, и вон, видно, такое соединение идет. Вон оно уже нету пузырьков. Вот здесь нажимаешь, оно все это... Пузырьки удаляет, как бы вон они пузырьки. Просто получается, мы пузырьки заполняем жидкостью, и поэтому пузырьков нету. Вот если эта жидкость попадет под экран, все, придется менять экран, поэтому я бы не рекомендовал пользоваться этой гадостью. Вот. Как-то так. На этом все. Всем покедова.